16 января министр иностранных дел Республики Казахстан Ерлан Идрисов провел переговоры с венесуэльской коллегой Дельси Родригес в рамках ее визита в Астану. Собеседники обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Венесуэлой в сфере экономики, торговли и инвестиций и энергетики, а также взаимодействия в рамках международных организаций. Приветствуя Дельси Родригес на казахстанской земле с первым в истории двусторонних отношений визитом, глава Министерства иностранных дел Казахстана заявил, что Астана рассматривает Каракас в качестве дружественного и перспективного политического и экономического партнера в Латинской Америке. Ерлан Идрисов вкратце информировал Родригес о становлении независимого Казахстана и ознакомил ее с планами на будущее в контексте стратегии «Казахстан-2050» и новой экономической политики «Нурлы-Жол», целью которых является вхождение нашей страны в число 30 наиболее развитых стран мира. Казахстан и Венесуэла активно взаимодействуют в многостороннем формате. В частности, мы благодарны Венесуэле за поддержку кандидатуры Казахстана в Совет Безопасности ООН на 17-18 годы и за поддержку нашей кандидатуры для проведения выставки «Экспо-2017». Глава внешнеполитического ведомства Казахстана также сообщил Родригес об открывающихся торговых и инвестиционных возможностях в рамках ЕАЭС и предстоящего вступления Казахстана в ВТО. Он призвал венесуэльскую сторону использовать Казахстан в качестве плацдарма для дальнейшего вхождения на рынки ЕАЭС и Центральной Азии. Важным итогом переговоров стало подписание меморандума между Министерствами иностранных дел Казахстана и Венесуэлы о политических консультациях. Документ станет дополнительным инструментом по определению перспективных и взаимовыгодных сфер сотрудничества.